Езжай. Чё? За артиллерией давай. Артиллеристы вперед уехали, да? Карта теперь не закрывает интерфейс GPS. Офигенно. А это бывает глюк иногда такой. А, то есть это не фича, да? У тебя GPS завис, да? Не выключается? Почему? Выключается. Просто если я открываю карту и закрываю ее, GPS все равно открыт. А раньше он закрывался от таких выкрутасов. Госпиталь, короче. Да, и вот она, артиллерия наша.
Мы можем на 21.93 на севере заехать. Повыше. Ехать или нет? Да, давай туда. На 307 давай. 307. Может слева? Слева-то поближе возвышенности вроде. На 260 давай. Там маленький холмик. На 208. Канал метки ставятся, да? Так, у нас боеприпасы тут, в этой машине же лежат, да? Вы чего на проверку канала не отвечаете? Мы тебя не слышали. Странно это. Я, короче, сбегаю, дыма поищу. Проверка КВ работает? Я тебя слышу. Где боеприпасы к ЗУшке? Ну-ка, скажи еще раз. У меня. А, все, окей. У меня 9 обоим. Я уже испугался. Скажи в КВ, скажи в КВ, че. Проверка КВ. Нет, не работает у тебя. 235.6. Нет. Зараза, блин, он округляет, падла. Точка 6 ставит. Точка 7, а не 6. Так точка 6 решили. Или точка 7 оставляю. Но он на семерку выставляет. Он округляет до семерки. Обоих. Давай на 216. На 216. На горку. Нет, не на машине. ГБ один на пешком, позиции. Наблюдатель. Окей. Самый высокий на гребень пишет. Вот первый гребень вот этот. Блять, скажите в КВ что-нибудь. Что-нибудь КВ. Все, окей.
в машину положил, блин. Спасибо. У меня еще и оптика есть на кого на этом на автомате. Смотри, что тебе удобно. Я могу это отдать. Если хочешь, оптику бери. Все, да, принял, спасибо. Отсюда, кстати, сушка нормально крыть будет, подходы к базе. Может, ее сюда переставить? Там дальше на 215 холм. И к нам там подойдут абсолютно незамеченно, мы вырежут и сушку возьмут. Поэтому ты там и сидишь. Где ты находишься относительно Зушки? У меня карта есть, я могу метку поставить. 220 где-то на холме. Понял, я с другой стороны занял позицию. Все, не смотрю. Поставил дополнительный капонабу.
Чарта опять бомбить будет. Им бы на 126 высунуть снажи. Стат, повтори. Я обоев на 226. Я говорю, им бы на азимут 26 и на 226 высадиться. И здесь бы никто бы ничего не сделал за оборону. Здесь пару снайперов посадить и все. Всех вынес. Ты про атаку говоришь или что? Ну а про кого же еще? Про Бэтменов говорю, которые с неба должны падать. Так это оборона. Обороны же воздушные войска есть. Чего они там через город сделают, во-первых? Во-вторых, если они будут в городе, их видно будет от нас. Даже я город наблюдаю отсюда, в эти поля. Через какой город? Там это-то. Я говорю, вот эти вот высотки на 16-25, которые азимут. Там, говорю, снайпер посадить, он всех их там расстреляет. Он к пушкам никого не подпустит, если нормальный снайпер будет. Зачем? Да, мы его и будем выгонять. Ну, а я тут просто как приманка стою. Я вообще-то первую пуль получу, наверное. У нас есть браки, запасной стрелок. Видел нас, должен был видеть. Поправлю частоту нашу на карте. Сижу сейчас на этой зушке и смотрю, где же у нее такой снайперский прицел, в который я смотрю. Логики больше нету, что ли? Видимо, да, ботов, боты стоят.
это не стационарные. Скорее всего, специально привязали их. Чуть-то у меня нехорошее предчувствие взыграло. На каком азимуте? Да где-то на 120, на 130. Я там достаточно хорошо наблюдаю, никого нет. Я тоже частично вижу это направление, ничего там не замечаю. Неужели за столько времени нельзя было рейс обновить со звуками? Поворачивающийся турель, то же самое, что у БТР звук, у БМП то же самое. Один в один. Еще и громкая такая. И такое ощущение, по этой самой, по песку какому-то, по асфальту доску несут, волочат. Все относительно тихо и спокойно пока.
что-то никто плутать не хочет. Там есть, по-моему, М-ки, М-ки. РПК две штуки. С подсольником МК. Кто его спрашивает, да? Видно. Пусть стоят. Радость врага дрочер. Глядишь, он по снайперу спален. Кстати, помимо логики, еще некоторые миссии они могут двигаться и стрелять. Понятно, там командир прикажет, они пойдут. Сраная стрекоза думал, блин, самолет летит. Да хоть бы. Так я и обрадовался, думал, сейчас доложу. А нет. А зависло прям на меня крылья вдоль земли. Как самолет на горизонте. Начал думать, откуда у них моноплан. Если движок план 2 включить, он довольно-таки долго может планировать. Ну, он 2 биплан, у него двойное крыло. Вот этим потом приказать бы на эту точку на карте найти и уничтожить. При первом выстреле противника с любой стороны, они туда гурьбой побегут. Замбираж такой. Причем поливать будут так, что там не повезет. Кстати, неплохая вещица. Можно на миссии оставить какой-нибудь типа отряд из бот. Типа, чтобы СПН не приехал, не выносился. Там какую-нибудь авиабазу защитить. В начале игры поставить, найти, уничтожить. Миссия в Чернораде. Там, блядь, под сотню мобов было. Я когда после тура улетел, посмотрел.
блин, помимо того, что сама чернорашка, я не скажу, что сильно лагала. А ты-то не отошел. Что? Чё? Это не дошел. Не видел их. Я в 200-м посмотрел. Там рядом со мной бегал тетка в этом самом паранже. Туристка, наверное. Дагестанка. Ну там не паранже, а значит. Бабков. Сарафани. Вот ей-богу, меня эта летающая ворона на горизонте уже бесит. Не мочи, я тут мочи. Что-то хреново, арта молчит. Он только сказал. Да я уже третий раз заставляю вести огонь, она что-то постреляет и перестает. Там 4 пушки, да? Вроде да. 4 пушки, у каждой по 50 снарядов. Не-не-не, у них 100 выстрелов. 2 пушки. Не, ну, он 4 пушки. 4 ствола торчит. Сейчас посмотрим. Наведен один, ну, по крайней мере, я вижу один. Сейчас, у меня отсюда нормальный обзор, я вижу 2. Машин с боеприпасами, 2 всего. Да, 2 машины по 50 выстрелов в каждой. Наверное, ну нет. И в заметках в технике 2 пушки написано. Но суть в том, что на полчаса без остановочной стрельбы должно примерно хватить, наверное. А они что-то экономят. На этом, при таком обилии снаряда, 3 раза в точку выстрелить, у нее разброс, блин, до 30 на сотню метров. Там надо максимум снарядов 10 выпускать, чтобы большую площадь накрыло сразу. Ну, по ДВ доложили, скопление пехоты и техники сейчас туда будут работать, на южный выход мечети, там где метка Нен стоит. Да, кстати, спроси. Наблюдают они кукурузу? Если оба на поле, может уже пора волку идти.
На самом деле, если кукуруза стоит, то нам здесь вообще делать нечего. Ну, я думаю, нас отсюда все равно никуда не уберут. Там подъезды к Дишальду охраняет Беттер на юге. Отделение противников на Альтаире сидит. Или один наблюдатель, что-то такое. Саундмод вообще дерьмище. Хлопушки стреляют. Ты про это сказал? Да 30, как хлопушки. Ну, у тебя эйсовский мод или этот? А я не знаю какой, эйсовский, наверное. Вот же GCRS там бабахает только так. А чё она пуха, да она пук-пук. То же самое, как в третьей армии. Все автоматное оружие, как будто попкорн недалеко жарит. Пощелкивает. Чё там, о переходе на третью арму Вога ничего не слышно? Так когда вроде ВТН только выйдет. Тогда только разговор был. Про ВТН пока тишина, да? Ну, они вообще как-то резко замолчали про ВТН. У них же там этот самый... На бисовском форуме они же выкладывают свой, да, этот самый рабочий билд. Ну, в смысле, это самое. Там на деньги, за деньги, да? Там что-то где-то полтора лимона, кто выиграет. Кто лучший мод или что-то такое предоставит. Там запрашивал, есть у них воздух на аэродроме? Они еще не дошли до Дишальда. Так не дошли, да если мечеть просматривают уже. Ну они на высотке, на этой самой, где она там? 22-45. Подступы зачищают и ждут, когда орда разровняет им воздух. Ты все равно спроси, мало ли там кто есть, кто видит. Короче, вон там разведывательный один самолет вокруг них летает, и все. Хочу самолетик.
их там сейчас повыносят, блин. Пока о потерях там не было докладов. Но у нас пока КВ. Штаб не замолчи. Потери не шло. Сейчас штаб замолчит, посидим 5 минут и пойдем уговаривать, наверное. Вместе с артиллеристами. Надо попробовать Д-20, Д-30 квазику прицепить. Приехать куда-нибудь прямой наводкой хреначить. Да, по пехоте самое то вообще. Бэппер, конечно, мы вряд ли выбьем, наверное. Хотя, почему бы и нет. По из крайней D30? Мере, пассажиров. Да из какой Д-30 ты чё, из ушки из нашей? Да ничего не будет. Я им тут колеса поубиваю. Кстати, да. Если Бэттер приедет, тут можно сам куда-нибудь подальше сразу валить. Да? Все нормально, наши, короче, окопались на точке высадки, их там уже СПГ, снайпера с СПГ, короче, уже флангуют, обходят, я у них говорю, уже в тылу выносят. Противник. Я тебе о чем и говорю, что их выносят. Лучшая тактика атакующей стороны занять высотку соседнюю с целью и, короче, защищать ее. Я вообще предлагаю через Фарханах, это юг, поехать. Да, возможно. И где-нибудь доехать до Ахлан Филдс, или как они там называют? Ахлан. Ахлам. Там на горку заехать и оттуда расстреливать. Вот мы тогда там сидели, помнишь, когда там эти самые вертолеты долетали от Апачи? Это как с Ахлан Филдс? В смысле, с высоток вот этих вот, которые... Да, 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 с другой стороны Дишан, заехать, да? Им с тылу. Да, 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 с тылу заехать, там никого же вообще нет. Ну да, главное объехать Дирию, потому что там Бэттер нарисован. Но это на случай, когда начнется Алга, я думаю, так поступим. И рассчитывать арту, я бы сидел просто тупо по городу гасил бы и по меткам. Так мы поставили задачу просто равнять, пока свои туда не зашли. А вон он дым нарисовался, кстати, он в Волгоскваде. СФ срисовали, короче, отделение противника, пошли его равнять. Тыловое, которое как раз шоколадное. Он там противников он посчитал. Раз, два, три, так. Плюс СПГ. СПГ, бомб.
дополнительная игра. Так, мы бы сейчас с ПГ отвоевать, короче, и ТШК на севере накрывать с него. Человечком притворился. Дым, займи пока зошку, я минут 5 не отойти надо. Это не дым, это брак. Это браги. Кто им браги? СФ Петр захватили. Правда, толку от меня будет, в общем-то, не очень много, я же с ним стрелять особо не умею. Там первый пристрелочный. Ты альт просто сейчас два раза кликни, да башку крути. С зумом и все. А то этот звук тебя раздражает, крутящийся херни. Все, отошел. Thank you.
здесь? Да так, стреляются. Сервак не лег. А что? Да у меня первый раз такой. Очень долго цепочка красная была. Секунд 30, наверное. Алгосквад, кажется, закончился. Да только что ты метку себе поставил. Он, видимо, один остался из этого алгосквада. Или это ФМФ с вопросиком? Да они с этой зеленки нахрен никуда не идем. Они там полягут все. Так, а что такое? Что за стрельба? Бота убили. Да, лутают. Так, нам задачу поставили на позицию грома выдвигаться на высоту 22-45. Бегу, возвращаюсь. Можете подъехать сюда. Через Селимах.
едем. Точку 22-45 высотка, где гром отметка стоит. Вот, я не знаю, сказали, выдвигайтесь к нам. Я предлагаю до Салимаха доехать, проверить высоту 22-11, влезть на нее может быть. 22-24? Раньше нее, то есть доехать до петли дороги в квадрате 0.45-0.96. И с нее двинуть на восток. Через зеленочку. Я считаю. Так, откуда поедем, значит, вот, я понял тебя, давай так, потому что там Салимах БТР-70 простреливает, похоже. Тебе дать порулить, ну, в смысле, управлять тобой, или это самое, дать тебе GPS нужно? Давай я тебе GPS скину сейчас. А что происходит? Мы едем, короче, на высотку 22-45. А это где? Это там, где Мисилова сейчас происходит, короче, на подъезде к Ишада. Метка Грома, да, на данный момент. Мы сейчас сначала поедем на 21.94, оттуда посмотрим. А потом дальше. Короче, мы сейчас едем, чтобы сдохнуть.
должна быть высотка, на которую мы должны выползти сейчас, да? Вот так вот нормально. Так, нам надо осмотреться, если ничего не увидим, нам дальше ехать надо. Нас то далеко наблюдатель. Или тело? Там тело, да. Поставьте метку, вопросик, мы спросим сейчас, спрошу на ТВ, есть там свои или нет. Я в любом случае по нему не попаду, мне пушка не пускает. 22.11, да? Высотка, по идее, получается. Да-да, это 22.11, как раз. Он шевелится, он живой. На 80 где-то будет. Чё, поехали на следующую высотку. Молчит, короче, я не знаю. А, это свои, это СФ Рикетти. Что дальше? Да, дальше едем. Давай на 22-24, видимо. Ага. Это на 90. Thank you.
Саша, может быть, можем увидеть БТРовцев наших. Не надо, это походу свой, там СФ отметка. Это тоже, это БТР СФ, у них два было, по-моему. Так, нам надо, короче, сейчас на метку дым поехать. Это будет направление 50-40. Или обязательно к ним? А, нет, не надо, давай на 22-45. Ну, нам дали, дали туда задачу ехать. Едем через юг. По низине, короче, и на 22.45 выезжаем. Этот пригорочек через юг объедем, чтобы не светиться. Через юг хочешь? Через метку зон, где ты. А 21.90, ближний пригорочек? Низинка туда подъехать. Между 22.11 и нашей высотой, чтобы проехать. Так вот, я не хочу перевариваться. А нас снизу с города, они с Волынет? А, возможно. С юга. Не знаю, там вот метка красная БТР-70. Вроде был доклад, что ее уничтожили. Да ты иди в машину, садись уже. Да, давай, и по низине, короче, туда к 22.45 проедем. Вот я насколько слышал, у дыма там ГП-шками херачу. Вообще, кажется, на 22.60 имеет смысл заехать, а тут уж накрывать что-нибудь. Так, на 70, на соседней горе, где ГП-хи рвутся, я там вижу, пехота бегает возле Беттера. И недалеко тоже по зеленке. Ну, может, вы меня выгоните, у меня тоже как бы прицел есть, посмотреть могу. Обоев, выкати его, наверное, прям. Стой. 68-70. Азимут. 70. Ну чё, дальше там проехали, вроде, там не свои вижу. Вроде, там, по-моему... Не вижу, у меня прицел задрался. Стоп. Пехоты там тоже никакой нигде нет. А чё по ТВ говорят? Я не знаю, кто там ГП шел. Что делать будем? Говорят, свой бот. В касках ВДВ. А прочь у нас кто? ВДВ вроде. Где-то на 80 какое-то тело уже. А, все, кто живой, атакуем зону. Алга. А вот это кто сейчас? Беттер наш, что ли? Чёрт, это в нашу сторону стреляли или чё? Да нет, он верхушку на 74 обрабатывает. Там метка, типа,
короче, была задача алговать в город. Мы можем, в принципе, попытаться куда-то вот туда выкатить, чтобы обработать пытаться. Стой, стой. Меня не завалите, я сранца. Я слева от метки МИП, куда работал БТР, там все чисто, не вижу никаких целей. Вот это запросите, наш БТР стреляет. По нему, блядь, пиздец из БТРов, еще третий БТР. Один БТР, видимо. На 100. На ДВ путаницы, не знают, что за БТР стреляет. Требуют, чтобы ГБ БТР перестал стрелять, у нас нет БТР, блин. Стреляет, блин. В общем, на 100 и на 70. На 70 в БТР пехота залезла. На 70 у вас СФ там свои. Там свои, точно свои. А вот дальше МИП. Неизвестно, там у него башня развернута в сторону СФ, и рядом трупаки валяются. Короче, где кто-то там ползет, по-моему, с трубой, сейчас его жахнут. К СФ? Вот БТР, который вот все стреляет, блядь. К СФ? А вот сейчас БТР, вот этот, который обрабатывает наверху, к нему сзади пехота подходит, а не человек с трубой. Смотри, блин, я даже не знаю. Вот нахера одинаково, блядь, в миссиях ставишь, это пиздец полный. Он это ДВшник. Русский, блядь, охотник. С краником. Куда, Гагуш? По стрелку, с трубой. Это самый дальний. На 70 возле камня кто-то кувыркался. Кувыркается. Союзник нет. Чуть ниже бетера. Перезарядка. Меня бежал. Я метку поставил. Позади меня высота 21.69. Калаш стреляет. Так получается, у нас на 120 БТР за холмом противник. Потому что он вот этот с граником, который сейчас работал, поливал. Это свой, даже стрелял вот противник. Я уже ни хера не понимаю. А нахера я тогда своего, что ли, с граником отработал? Блин, с граником был противник русский, он хотел уничтожить наш БТР. Понимаешь, стрелял сначала другой БТР наш. Ниже вас, сейчас, который сейчас с черной точкой на дороге, вот он стрелял. Стрелял по мику.
чё? Какой камень? Где? Да, на 70, большущий камень, возле БТРа, чуть ниже и левее. Ниже. В этом камне? Да, ниже него. Рисовка не позволяет, я вообще хер вижу, куда летят снаряды даже. Дым, у нас тело на 20 от меня. Я в низинке бежу. Наверху, на 20. За вторым камнем чуть выше лежит. Бля, ща проверим. Вроде мертвый свой валяется. Если двигаться, то туда к Беттеру переваливать за край и работать по городу, если только.